16-летняя Алена Касторная стала вице-чемпионкой России по фигурному катанию. Она уступила 15-летней Ане Щербаковой. Три юные ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал почета первенства России, которое состоялось в Красноярске. Первой из фавориток в произвольной программе выступала действующая чемпионка России Анна Щербакова. Она откатала безукоризненно и превзошла мировой рекорд Алены Касторной на 14 баллов. Итоговый результат Анны – 261,87 баллов. Очень нервничала, потому что была задача отобраться. Рада, что получились прыжки, что смогла отобраться. Были нюансы, которые будем исправлять, пояснила Щербакова. После Анны выступила ее главная конкурентка – Касторная. Победительница гран-при чисто исполнила свои тройные аксели, но заняла лишь второе место. Алена осталась собой недовольна. «Я знаю, что могу кататься намного лучше. Это не тот прокат, который я хотела показать. Буду работать и надеюсь, что больше не буду недовольна своими прокатами. Что конкретно не получилось? Двойной аксель, который шел третьим прыжком, и первый каскад во второй половине. Я могу делать их лучше. На каждом неудачном прыжке на разминке я сломала по ногтю», призналась Касторная. Обладательницей бронзы стала 15-летняя Александра Трусова. Она дважды упала с четверных прыжков. Четвертое место осталось у Елизаветы Туктамышевой. А Евгения Медведева перед произвольной программой досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований. Серебряная медалистка Олимпиады 2018 сообщила, что ее коньки развалились. Недавно Наталья Бестемьянова рассказала о главных звездах женского фигурного катания. Олимпийская чемпионка 1988 отметила талант Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Касторной. Олимпийская чемпионка 2018 Алина Загитова ушла из спорта в ледовое шоу.